Ребята, всем привет! Снова у нас ролик по Броялту. Честно говоря, я весьма-весьма раздосадован, разочарован. Ну, вот сейчас видите, как у меня не хватило чуть-чуть буквально времени, чтобы получить сундучок за аренку. Ну, к сожалению, это какая-то такая ситуация, что неинтересно играть, а ты себя просто заставляешь какие-то делать вещи, просто чтобы был какой-то контент для ролика условно, но на самом деле просто неинтересно. Зато вот такую картинку мы наблюдаем уже 4-5 раз. Это, кстати, был второй раз, когда они только пропатчили игру. Я не сразу зашел, но был весьма заинтригован. Они даже добавили сюда чувака с дробовиком. Вот. Ну, не знаю, ребят, просто какие-то обновы тупейшие. Мироглота этого, потом это вот была вторая с дробовиком, сейчас они сделали с магом на заморозку. Ничего не добавляю, пытаются что-то править, пытаются как-то что-то с игрой сделать, но на самом деле, ну хорошо, клан они сделали. Я, честно говоря, хочу извиниться за клан, меня бомбануло. После очередного патча я почти неделю не заходил, там, оказывается, очень много ребят зашло. Даже в роликах писали под роликами, чтобы я почистил от неиграющих ребят. Зашел, посмотрел, слишком много малышей было, маленьких уровней, просто поудалял. Потом думаю, ну что я удаляю, ну вырастут же, возможно, наоборот, помогу. Я, скорее всего, сделаю клан приватный. Я так понимаю, Мироглот не особо заходит людям. Смотрите, я на 32 месте, но я не играю практически абсолютно в эту... я не буду ругаться, обзываться. Я тут практически не играю. И у меня 32 место. То есть, условно, лучше меня играет только 30 человек. Серьезно? Ну, это прям чудесная игра. Мироглот. А что, кстати, происходит с рыцарским турниром? А я в него не могу играть. Вот осталось 22 минуты до обновления. Я случайно один раз, пока набивал билетики, случайно сходил один раз за билеты. И теперь не могу ничего сделать, все. То есть очередное обновление, там выпустили 2 или 3 штуки с исправлением ошибок. И просто ты заходишь в игру, у тебя дается новый чувак. То есть вначале это был с мечом на хил, потом это был дробовик. Потом это вот маг на заморозку. Ну, вообще прекрасно. Ну, посох хороший, конечно, все. Только, извините, 1300 рублей отдать за нарисованные картинки в игре, которые делать вообще нечего. Причем это топ-контент. А завтра будет оранжевый шмот, это все будет просто в унитаз спущен. Для чего это делать? Что какие победы? Что он дает за то, что вот лидеры, хорошо, здесь лидеры. Я больше чем уверен, что большинство лидеров здесь это просто ребята делают автокликерами вот конкретно по турниру. Я уверен на 90%, что просто автокликерами бьют вот эти рейтинги бешеные. Просто ну скучно сидеть. Я не знаю, у кого сколько терпячки. У меня ну хватает буквально там на чуть-чуть. И то, что вы видели в начале, я просто не мог досидеть, добить какие-то считанные там не полчаса, часа не хватило, чтобы добить сундук. Но, к сожалению, это вот реалии этой игры. Я не знаю, куда разработчики смотрят, что они хотят. Обещают, по идее, должен скоро быть новый патч, но я думаю, за счет того, что они правили баги после обновления с кланами. И это все очень неприятно. То есть они потратили время, я так понимаю, основное на исправление багов, а теперь просто все. Да, я почистил клан, 19 человек оставил, ну, чуть побольше уровня, чем 11-й, 10-й, в общем. Кто-то, если еще остался, ну вот, кого удалил, извиняйте, ребят, но, честно говоря, немножко у меня бомбит вообще с этой игры, сюда заходить вообще не хочется. Вот, то я поэтому прошу простить, кого, возможно, обидел. Тут вроде как начиналось общение. Я, честно говоря, не зашел в клан-чат, взял
просто поудалял. Дискорд канал тоже я, он старенький мой, завел, дал доступ. Заходите, если интересно, будем общаться. Мне понравилась игрушка. Мне изначально очень понравился, понравился визуал, понравилась игрушка. Вот. Но, к сожалению, я все больше и больше вижу, что это хастл. Кастл. Просто 3D. Всем спасибо за просмотр. Немножко открытие сундучков.